Австрийская онлайн-газета dasvizit.at написала про поездку президента Ильхама Алиева в Физулинский район Азербайджана. В статье говорится об установлении обелиска в честь героев войны, погибших в Отечественной войне. Отмечается, что установление мемориала в селе Гараханбейли Физулинского района Азербайджана выбрано не случайно. Именно в этом селе в 2020 году шли интенсивные бои, и оно было освобождено от оккупации в первый же день войны.